Всем привет! Представляю вашему вниманию финальный отчет по совместному проекту «Моя зима». Это у нас отчет за январь месяц. В этом месяце девочки проявили максимум своей собранности, организованности и дошивали свои проекты. У нас много финишей, как никогда. Действительно, очень-очень большая активность. Я вам очень благодарна. И смотреть на все эти работы большое-большое удовольствие. Приглашаю вас также к просмотру наших результатов, поддерживайте наших участниц, ставьте лайки, пишите комментарии. Также можете переходить по ссылкам в группу ВКонтакте и рассмотреть фотографии более подробно, если вам понравился какой-то проект. Ну а на этом у меня все. Приглашаю к просмотру наших отчетов. Представляю вам наши готовые работы. Хочу начать с работы Ирины Шипатько, блогера Ирины Шопот. Ирина работала над набором фирмы Dimensioned «Домой на праздники». Размер работы 40 на 30 сантиметров. Вышивается эта работа на AIDE 16 аккаунта. Ирина вышивала по бумажной схеме, можно так сказать, марафонила. И в кратчайшие сроки смогла завершить эту работу. Поздравляем с великолепным итогом. Светлана Кузнецова также справилась с поставленной задачей и завершила даже не одну работу, а целых две. Во-первых, это носочек от фирмы Панны, вот такой яркий снеговичок с подарками. И символ года, замечательный бычок, тоже яркая получилась игрушка, изделие. Пишет нам Светлана, что вышивка небольшая, но тем не менее работы было много, как по вышивке, так и по сборке. Но самое главное, что все получилось и очень даже красиво. У Кристины Внуковой в этом месяце целых три финиша. Очень результативный получился месяц. Кристина в январе начала небольшой дизайн по авторской схеме Елены Шат. Это шовчики. И очень продуктивно Кристина справилась с этой работой. Пишет, что оформлять изделие будет уже к следующему Новому году. Также завершилась авторская схема Серафимы Абрамовой. Вышивалась она на AIDE 16 аккаунта серо-голубого цвета. Размер работы 130 на 180 крестиков. Всего 18 цветов, 17 блендов. Вот такая зимняя лошадка. Пишет нам Кристина, что закончила 28 января. Всего 39 вышивальных дней получилось и 21 734 крестика. Вот такая прекрасная скорость. Ну а также Кристина завершила охотничий домик от фирмы Риолис. Размер работы 15 на 15 сантиметров. Здесь у нас шерстяные ниточки 15 цветов, одна ниточка мулине, две ленты. И также есть бисер 4 вида. В вышивке используются также 3/4 креста. Пишет Кристина, что успела завершить эту работу, но вышивать на пластике шерстью 3/4 креста было не очень комфортно. Также еще использовались ленты. Ну, главное, что результат получился прекрасным, превосходным. Три итога. Поздравляю! А это финиш от Нади Дубински. Пишет нам Надежда. Вот и вышла свой процесс от Dimensioned «Заветное время». Закончила его 15 января 2021 года. Вышивала на протяжении 55 дней. Осталось только самые приятные эмоции от процесса и участие в СП. Спасибо Юлии Творчества за организацию и всем участникам. С вами было очень уютно и интересно. Спасибо, Надежда, за участие в нашем СП. Напомню, что Надежда вышивала оригинальный набор фирмы Dimensioned «Заветное время». Артикуль 8569, размер работы 40 на 30 сантиметров, вышивается на AIDE 16 аккаунта серо-голубого цвета. И это вышивка в подарок. Вот такой прекрасный итог получился. Марина Шматкова вышивала в нашем совместном проекте оригинальный набор фирмы «Мережка. Зимний сон». Размер работы 29 на 29 сантиметров. И пишет нам Марина.
Последний стежок на этой работе вышла ровно 31 января, но забыла сразу сделать фото готовой работы. Итак, в работе вышивка ровно 4 месяца, 28 тысяч кресиков плюс бэк плюс французские узелки. Основу я заменила на мурана другого оттенка, ничуть не пожалела о замене. На небе есть участки, где видно канву, и этот цвет кажется идеальным. Были немного трудные участки, например, на котике, но в общем ничего сложного нет. Процесс мне доставил удовольствие, и результат очень радует. Но больше котиков я вышивать не буду. Во время вышивки этой работы к нам приблудились, подкинули целых двое котят к нашим трем кошкам. Теперь у нас целая банда кошачьих. Хватит, на этом остановимся. Вот такие чудеса. Финиш от Насти Марковой. Настя вышивала оригинальный набор фирмы «Чудесная игла», называется «В ожидании Рождества». В набор входит Аида 14 каунта, но Настя заменила на Лен Белфаст. 27 цветов ниточек гамма, 2 бленда, 8 цветов бэкстича. Размер готовой работы 22×22 сантиметра. И вот такая работа получилась. Очень-очень все красиво, быстро вышилось у Насти. Поздравляем! Второй финиш от Насти, бисерная работа, это набор фирмы «Созвездие», серия «Времена года зима», в набор входит ткань с нанесенным рисунком, 22 цвета бисера прециоза, зашивка частичная, размер готовой работы 25×50 сантиметров. И Настя тоже успешно справилась с этим процессом, получилась красота, поздравляем! Елена Сметанина завершила работу, которую она вышивала по схеме от Натальи Луневой. Вышивка это у нас на основе мурана ниточками фирмы Гамма. Здесь используется и полукрест в разное направление, и крестик. Очень мелкая ювелирная работа, и дизайн очень оригинальный. Второй процесс у Елены пусть не завершился, но очень-очень хорошо продвинулся. И это у нас дизайн фирмы Dimensions «Зимняя тишина». Пишет нам Елена. Две трети работы позади. Было много полукрестов, 4-5 нитей. Море бэкстича выкладной нити на дереве справа. Снег в виде французских узелков решила делать после стирки. Думаю, что отгладить эту работу с полукрестом в 5 нитей будет сложно. Работу буду продвигать и после завершения СП. Хочется видеть результат уже сейчас. Нижняя часть вышивки даст работе перспективу, глубину, так что у меня еще все впереди. Татьяна Фетисенко также смогла завершить свою работу. Напомню, что это набор фирмы Риолис, размер 38×26 сантиметров. Здесь использовала 17 цветов ниточек шерсти, канва, Аида 14 каунта. И пишет нам Татьяна. Вот и готова моя зимушка-зима. Сколько приятных часов прошло за любимым рукоделием. Результат восхищает. И это всего 17 цветов шерстяных ниточек и иголочка. Девочки, спасибо всем за приятную компанию. Юля, вам спасибо за такой совместник. Если будет продолжение или моя весна, осень, я с вами. Всем всего самого доброго. Аленушка Сережина также представляет финиш по собственной разработке. Данную схему Аленушка сама разработала и успешно успела завершить. Размер работы составил 30×14 сантиметров, вышивался на Аиде 14 каунта. Размер в крестиках 160×79. Всего 19 цветов, из них 8 блендов Мулине ДМС. Вот такие вот прекрасные глазки у Хаски получились. И пишет нам Аленушка. Финиш, ура, я успела его не только вышить, но и оформить из того, что было дома под рукой. Тканевое паспорто, белый горошек, имитация снега, а серебристая рамочка у меня была. Ну и конечно же, любимая планшетная натяжка. Пусть не идеально, но мой защитник готов, будет охранять мой дом от всего дурного и дарить радость. Юля, благодарю еще раз за возможность воплощения. Так бы руки, конечно, еще долго не дошли у меня. Спасибо за участие.
Татьяна Торова завершила еще одну большую работу в нашем совместном проекте. Это дизайн фирмы Dimensions, оригинальный набор фирмы Dimensions. Сон Санты, размер 38 на 30 сантиметров, вышивается на Аиде 18 аккаунта. Конечно же, много бэкстича, много красных оттенков, которые, возможно, утомляют, но работа получилась очень яркая, праздничная. И спасибо Татьяне за участие, спасибо за то, что смогла завершить эту работу и порадовать нас прекрасным результатом. Вторая завершенная работа у Татьяны Торовой в этом совместном проекте – это Santa Design Dimensions, но Татьяна переделала этот дизайн, и из носочка получилась картина. Вышивка доработана, и получается полноценная картина вот такого прямоугольного размера. Прекрасный итог, поздравляем! Наталья Тан вышивала в нашем совместном проекте оригинальный набор фирмы Custom Crafts «Зимний пир». Вышивала и успешно завершила. Напомню, что размер работы 196 на 154 крестиков. Вышивался на Аиде 14 аккаунта. Процесс шел легко, в удовольствие. Ну и в принципе вы видите, что финиш есть, значит все получилось и все успешно завершилось. Поздравляем! У Галины Агеевой в этом месяце также очень хорошие результаты. Во-первых, завершился шарик по мотивам петряковской росписи от Марины Хачановой «Ринка Зи» серии росписи. Вышит он на ухромерке 32 аккаунта. Нитки здесь большинство из остатков, а также частично по ключу. За счет цветной основы игрушка смотрится очень ярко, самой вышивки здесь немного. Ну и нам Галина показывает уже полностью готовое изделие, собранное. Очень красивый, аккуратный шарик получился. Второе изделие – это схемка идет в подарок вместе с мастер-классом по сборке шариков. Здесь этот шарик вышивался на основе от Swagger 32 аккаунта. Вышивать его можно было в любом цвете. Но Галина решила взять вот такие синие оттенки, чтобы шарик был похож на стиль гжель. Получилось тоже все очень замечательно. Более подробную информацию можно посмотреть на канале у Галины. Ссылки все в инфобоксе. Также Галина добавляет фотографию игрушек, которые были выполнены за зимний период. Очень большая коллекция у Галины новогодних игрушек в различных техниках. Конечно, есть что посмотреть, чему поучиться. Спасибо за участие. Чудесный лось готов, гирлянды зажглись, печки растоплены, в домах уютное тепло. Замечательный набор, шьется легко и с удовольствием. Теперь только нужно заняться оформлением, пишет нам Наталья Зенкина, которая также успела завершить свою работу и порадовать нас готовым результатом. Прекрасный итог. Ирина Силаева, наша ударница, и в этом месяце показала, конечно же, хорошие результаты. Готов снеговичок от фирмы РТО. Он вышит и оформлен в пинкип. Дальше есть снеговичок, вышитый, частично вышивка бисером. Следующая работа – это у нас набор фирмы «Жар-птица» «Новогодний изумруд». Из двух половинок получились две отдельные игрушки. Следующий наборчик вышит фирмы «Риолис» «Дача зима». В процессе находится еще набор фирмы «Риолис» «Сочельник». Вот такие чудесные, прекрасные итоги у Ирины. Поздравляем с продуктивным месяцем. Анастасия Телегина пишет: «Ура! Мои готовые снежинки от Риолис. Вместо елки использовала хою. Вышивались снежинки на удивление легко, и вполне можно было их все сделать максимум за месяц, если не меньше. Но предновогодние месяцы и дни оставили мало времени на хобби. Но главное, что они закончены. Ниточек хватило практически всех, только белого цвета, которым сшиваются детальки, производители могли бы положить побольше. Едва хватило на все снежинки. В остальном я очень довольна результатом». Оксана в январе месяце практически победила свой долгострой. Давняя работа от фирмы «Чаривна мыть» долго лежала, и вот благодаря СП все-таки завершилась. Не хватило немножко времени
вышить бэкстич на шторке у Оксаны, но тем не менее полностью работа готова, осталось немножко, и у Оксаны появилась уверенность, что этот бэкстич обязательно будет завершен, и работа, конечно же, порадует ее полностью уже своей готовым видом. Я очень рада, что наш СП помог завершить долгострой и дать жизнь новой работе. А этот результат нам представляет Катерина Плотникова. Пишет Катерина: «Красавец, гномик Клементий готов. Подушка. Производитель в набор кладет уже готовую подушку с задником на змейке. С одной стороны, очень классно, ничего дополнительно покупать не надо, нести в ателье для пошива не надо. Закончил вышивать, наслаждайся результатом. Но тот момент, что подушка уже готова, вышивать как раз и не очень удобно, а по краям так вообще сложно. Но результат стоит усилий. Вышивается толстыми шерстяными ниточками. И, как мы видим, вот такая замечательная подушка получилась у Катерины. Поздравляем!» Вторая работа Катерины Плотниковой, пусть не завершенная, но очень много здесь вышито. Вообще, нужно сказать, что Катерина вышивает много, быстро, и работы такие немаленькие. Пишет нам Катерина: «Скворечник. Очень спешила, забросила все, и семью, и друзей, и домашние дела. Но уж очень хотелось как можно больше успеть вышить, чтобы показать коллегам по швейному цеху, что в итоге получается. Но месяц для такой работы маловато. Размер этой работы 40 на 50 сантиметров. Готово процентов 40. Как-то плохо передались цвета на фото, но могу вас заверить, вживую эта 3D-картина получается очень-очень объемно». Ну да, картинка красивая, и, конечно же, фотоаппараты и любые камеры всегда искажают цвета. Я желаю, чтобы вышивка завершилась, и обязательно добавляйте в нашу группу, даже если после СП, нам будет всем очень интересно посмотреть на готовый результат. Отчет от Елизы Левиевой. Это у нас набор фирмы «Золотое руно». Схема разработана по мотивам картины Цыганова, вышивается на аиде 16 каунта молочного цвета, используется 24 цвета, 20 чистых цветов и 4 бленда ниточки Мадера. Размер 23,2 на 38,2 сантиметра. Схема состоит из 4 фрагментов, и мы видим, что получилось вышить достаточно много, хороший прогресс за месяц. Я думаю, что за продолжением отшива этой работы можно будет наблюдать на канале у Элизы. Илона отчитывается по своей работе. Это у нас набор фирмы «Белоснежка». Вышивается на аиде 14 каунта. Должен вышиваться на ID 14 аккаунта, но Илона заменила на ID 16 аккаунта темно-синего цвета. Болине здесь 53 цвета. Размер готовой работы должен получиться примерно 52 на 34 сантиметра. И вышивает Илона по саге. Пишет, что еще совсем чуть-чуть подросла работа. И, конечно же, будет продолжать работать над этой вышивкой. Очень эффектная, интересная работа. Будем следить на канале у Илоны. Ангелина Орлова отчитывается по набору фирмы Dimensions. Рождественская деревенька. Размер работы 40 на 30 сантиметров. Вышивается на аиде 16 аккаунта. И пишет Ангелина: «Всего лишь чуть-чуть удалось подрастить работу. Что-то времени на вышивку все меньше и меньше, но ничего, буду дальше продвигаться улиточными шажками. Юля, спасибо большое вам за СП и чудесную компанию. С удовольствием продолжу принимать участие в ваших СП. Спасибо за участие. Будем рады всегда видеть в нашей дружной компании». Елена Исаева пишет: «Вот и подходит к завершению СП «Моя зима», где было представлено столько великолепных, чудесных работ. Это и новогодние гуляния, это и новогодние игрушки, это и зимний снегирь на ветке и многое-многое другое. Конечно, не все успела вышить, но то, к чему стремилась, почти 2 года свою рождественскую феечку вышила. И она, по секрету скажу, уже применяет свое оформление. Вторая работа «Сон Санты» отшита на 50%. Вышивка несложная, яркая, красочная, а кресло, на котором спит Мороз и его милые помощники, получается бархатным, мягким и уютным, на котором бы и сама уснула на часик. Девушки,
Всем спасибо за сказочные сюжеты. Юля, спасибо за СП и отдельная благодарность за творческий монтаж отчетов. Спасибо за участие. Марина Денисова пишет. Не получилось закончить работу до Нового года, но уже подобралась к главному герою и к марту обязательно будет готов. Спасибо, Юля, вам за такое прекрасное СП. Давайте весной еще что-нибудь организуем. Очень классно в такой душевной компании вышивать работы. У всех девочек замечательные и интересные работы. Мы будем стараться, обязательно что-то еще организуем чуть-чуть попозже. И напомню, что Марина вышивает набор фирмы Овен. Это новогодний Сен-Бернар, размер работы 23 на 25 сантиметров, вышивается на ID 16 аккаунта, используется 23 цвета ниточек мулине. Ну, половина работы готова, я думаю, что к марту точно получится у Марины завершить эту прекрасную работу. Отчет Марины Лакизы, пишет Марина. Вот такие две мордашки у меня получились. Очень хороший наборчик, отличная схема, замечательные ниточки анкор. Будет обязательно вышит и оформлен. Юля, спасибо за СП. Благодаря ему я познакомилась с такой фирмой, как Letty Stitch. И да, это набор Letty Stitch, ранний снегопад, размер 38 на 28 сантиметров. В набор входит AIDA 16 аккаунта, ниточки анкор. Много получилось вышить у Марины, прекрасные результаты. Результат, работа очень-очень яркая и интересная. Елена Коновалова отчитывается по бисерному проекту. Называется «Дизайн снегири». Вышивается бисером, чешским бисером «Прециоза». Всего 21 цвет. За январь прибавилось немного, всего 540 бисеринок, но тем не менее работа подросла. Я так понимаю, это полная зашивка и должна быть работа очень яркая и интересная. А это мой отчет по дизайну фирмы Dimensions «Зимние радости», но в моем случае сборка от фирмы «Клубок желаний». Я очень спешила, старалась, продвигала по максимуму, но работу завершить у меня не получилось, но могу сказать, что 50% точно я смогла вышить. Также выполнила везде бэкстич и французские узелки. То есть 50% у меня полностью готово, а остальные 50% будут вышиваться постепенно в течение года. И готовую работу и все продвижения вы можете увидеть, конечно же, на моем канале. Буду выкладывать фотографии и ВКонтакте, и в Инстаграм, но больше на моем канале будут проходить все эти новости. Процесс очень интересный, увлекательный, даже полукрест в 5 и в 4 и в 3 сложения вышивается легко. Работа действительно очень-очень интересная, всем рекомендую. Ну а на этом у меня все. Спасибо всем за участие, за активность. Скоро у нас состоится розыгрыш, поэтому не пропустите. А разыгрывать мы будем 3 подарка. 2 подарка мы будем разыгрывать среди всех участников 2 наших СП, среди готовых работ, а 1 подарок только среди участников совместного проекта «Моя зима». Это набор от фирмы Body Threads, замечательный Санта. Данный набор нам предоставила Ирина Шопот, тоже блогер и наша участница. Мы этот наборчик разыграем среди готовых работ по совместному проекту «Моя зима». Номерочки я уже всем проставила, поэтому проверяйте. Следующие 2 подарка – это от магазина «Клубок желаний». Самый лучший подарок – новогодний, праздничный дизайн, очень яркий, интересный. И еще один подарок, это третий, это прекрасные аксессуары, тоже в зимней тематике, предоставленные нам от Марины Шматковой, наша участница. И также у Марины есть группа ВКонтакте, где Марина изготавливает магнитики, аксессуары, разные прекрасные вещи, которые украшают наше рукоделие. На этом все. Спасибо всем за участие, спасибо спонсорам за предоставленные подарки. Также отдельно хочу поблагодарить Марину Филиппову, которая мне помогает в группе ВКонтакте с организационными моментами. Это тоже очень важно и очень сильно помогает. Всем большое спасибо, до новых встреч и пока-пока!